Наконец-то! Соскучились? По домашним матчам казанского «Зенита». Соперник, на секундочку, лидер мужской суперлиги «Пари-матч» московская «Динамо», одержавшая 5 побед в 5 играх. Тренерский штаб казанцев не стал менять победный состав после Новосибирска. Классическое для нынешнего сезона сочетание: Нгапет Михайлов, Соколов Будько, Вольвич Кононов и Валентин Голубев в роли либеро. Наставник москвичей Константин Брянский также бросил в бой свои лучшие силы. Кстати, на площадку игроки вышли вместе с участниками школьной волейбольной лиги Республики Татарстан. Это большой турнир, в котором команды из школ будут соревноваться друг с другом за крутые призы. Мы сегодня даем старт школьной волейбольной лиге. Это уникальное спортивное событие не только для Республики Татарстан. Уникальное тем, прежде всего, что 762 школьные команды уже заявились. Это более половины всех школ в республике. А мы бы хотели это сделать именно любительским и социальным проектом, который направлен на популяризацию волейбола. Обо всех новостях, конкурсах и розыгрышах можно узнать на официальном сайте ШВЛ schoolvolley.ru, а также в Инстаграм и сообществе ВКонтакте. Начало встречи, и зенитовцам сразу же удалось уйти в отрыв усилиями Кононова и Нгапета. Дуэт иностранных доигровщиков «Динамо» Деру Маар забуксовал в приеме, а казанцы уверенно увеличивали свое преимущество, при этом демонстрируя классную игру в защите 25-20. Оборона — это желание, в первую очередь. Всех большое желание. Я не скажу, что мы много уделяем внимания, потому что у нас сейчас очень много игр и практически нет тренировок. Я очень доволен отдачей ребят, опять же. Вы видели, наверное, сегодня, какое количество защит команда совершила, защиты, страховок. Это говорит о том, что стопроцентная концентрация, внимание. Хочу хвалебные, скажем так, отзывы в адрес команды, потому что у нас был перелет, переезд, непростые игры с точки зрения эмоций, с точки зрения результаты. Команда выложилась там, не знаю, на 200, наверное, процентов. Дабы изменить ситуацию, главный тренер «Динамо» Константин Брянский вместо Маара и Власова выпускает Юрия Бережко и Максима Белогорцева. Правда, лучше не стало. Именно во втором сете казанцы доминировали так, что свои шансы получили не только игроки стартовой шестерки. Плюс классные эйсы Сурмачевского и Лорана Алекна зажгли на табло сверхуверенные 25-13. Поздновато начали играть с третьей партии. Все, что можно в данной ситуации характеризовать. Последние две партии, это было похоже на нашу игру. Две партии Казань играла не с нами. Скажу, что немного перегорели в начале. Из-за этого это помешало нам играть и не показать свою игру. Переволновались, скорее всего. Слишком много ожидали от этой игры, не справились с собой. Это будет нам хороший опыт. Третья партия уже по традиции началась с рывка «Зенита» 5-2. Однако стоит отдать должное бело-голубым, которые не развалились, а смогли догнать соперника. Чуть позже москвичам удалось набрать 5 очков кряду, что предопределило исход партии. Лучшими в составе гостей стали Романас Шкулявичус, набравший 21 очко, и Сэм Деру с 15. А вот зенитовцы в третьей партии смогли реализовать лишь 11 из 30 своих атак. В итоге 20-25. Конечно, ребята помоложе и достаточно мощно физически. В третьей партии спокойно подали подачу и довели дело до победы. Вот, я думаю, не хватило немножко концентрации, как бы можно было в пятой партии уйти. Шероховатости, они опять же связаны с какой-то усталостью. Если мы куда-то идем, готовимся к какому-то соревнованию, этих шероховатостей будет меньше. Но сейчас вот откройте график, посмотрите. У нас, к сожалению, мы не можем не то что потренироваться, а мы вообще ищем возможность просто ребят хотя бы загнать в тренажерный зал, чтобы они хотя бы профилактику своих болячек сделали. В третьей партии все нормализовалось, выиграли ее, но не смогли удержать до конца.
гости могли затянуть встречу. Но на аванс-сцену вновь вышли подающие «Зенита». Два эйса от пулемета «Максима». Чуть позже фрибол от «Соколова» и два эйса в концовке от капитана Александра Будько. 14 очков от «Соколова», по 13 у Эрвина с «Максимом». 25-19 в четвертом сете и 3-1 в матче. Есть первая домашняя победа казанцев в мужской суперлиге «Пари-матч». В принципе, было нормально. Единственное, что, наверное, сказал в третьей партии, когда чуть-чуть физически мы отдали игру, инициативу отдали «Динамо», и тяжело, наверное, с эмоциями нас заряжали снова. Но уже получше в целом командная игра. Ну, конечно, еще есть над чем поработать. Рады, что победили. Все-таки играли сейчас с лидером чемпионата, который показывал качественную игру. Я чувствовал, что насколько резво, бодро мы начали. И потом энергия, как батареечка, да, то есть она заканчивалась. И так же, как и с Новосибирском, вот этого не сделали. И спасибо им большое, что так играют пока. Не забывайте, что ноябрьский марафон домашних матчей казанского «Зенита» продолжается. Впереди сразу три игры, ближайшие из которых уже в субботу, 23 ноября в 17 часов против «Динамо» из Ленинградской области. А вот билеты со скидкой в 10% вы можете приобрести только на go.zenit-kazan.com.